сердечно-сосудистыми заболеваниями не шутят. Эту истину, несмотря на юный возраст, старшеклассники из химико-биологических классов Политехнического лицея и гимназии номер 5 уже усвоили. В будущем большинство ребят планируют связать свою жизнь с медициной, поэтому на тематическую лекцию идут охотно. Людьми, пережившими инсульты, в городской клинической больнице занимаются серьезно. И медикаментозное лечение – лишь малая часть процесса. Главное – реабилитация. Для этих целей в больнице есть кабинет лечебной физкультуры. Здесь переживших инсульты в прямом смысле слова пытаются поставить на ноги и помогают избавиться от депрессии, что при нарушениях мозгового кровообращения проблема актуальная. Здесь у нас происходят элементарные вещи, но они как бы помогают людям почувствовать себя снова нормальными, живыми. В среднем в сутки в городскую клиническую больницу имени Баяндина привозят от 3 до 9 человек, переживших кровоизлияние в мозг. Основная причина – малоподвижный образ жизни, злоупотребление алкоголем и табакокурение. На ноги встают не все. Болезнь легче предупредить, чем вылечить. Инсульт наступает от изменений в сосудах специфических, атеросклеротических изменений в сосудах, кровоснабжающих головной мозг, и от повышенного давления. И существуют риски развития этого инсульта. Причем эти риски бывают коррегируемые и некоррегируемые. И коррегируемые риски, они подлежат коррекции, и их можно коррегировать, действительно. И такие факторы риска, как курение, ожирение, лишний вес. Их, с ними можно бороться. Одна из целей экскурсии школьников в неврологию – профилактика образа жизни, который может привести к инсультам. Ведь кому, как не будущим медикам, показывать пример остальным своим поведением? Марина Бутусова проблему осознает, потому в будущем планирует стать научным сотрудником в области медицины. Правда, заниматься хочет врожденными синдромами. Так сказать, из житейского опыта я работала волонтером в областной больнице и как бы вот со всеми этими детьми лично сталкивалась и хотелось бы им помочь. Еще одна важная задача таких экскурсий – привлечение молодых специалистов на свободные вакансии врачей в Мурманск и область. Многие из тех, что заканчивают вузы за пределами региона, обратно уже не возвращаются, в то время как кадры местным больницам нужны всегда. В основном, конечно же, уже когда 11 класс, идут вопросы по организации. Как получить целевое направление? С кем из учреждений заключить договор? Дети, кто помладше, потому что мы начинаем работать и с 9-х, и с 10-х классов, когда уже идет химико-биологическое направление, там, конечно, очень важно, чтобы ребята поняли, хотят ли они идти в профессию. Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню борьбы с инсультом. Сосудистый центр, в котором и прошла экскурсия для школьников, расположен на 3 этажах больницы и начал работу ровно год назад. В него входят отделения неврологии, неотложной кардиологии и палаты интенсивной терапии для сосудистых больных.